Зара Бабаяни, если вы видите, Заруги Масум, Заруги Бабаяни, Гирки Шнурхандес Несурмезмут, Уримен Зара и Гирки Эдири Вишатели Путецамутче, Патис Хастрицы, Инкайнкам Бари Гитневецвор, Мир Курада Чинснепрецен, Гирки Шнурхандес Зара Джангуес, Амбукчуре Гирки Винет Шат Джваре, Антракартале, Бац Интуиция Гуицунуни, Ерфор Заругин Екав Мезмут Амуснувецедеев, Асад Ворузумен Шнурхандес Анебис, Зарайц Мянкамич Шат, Позитив, Драган Био Аликнери Анинс, Инзиевис Спасумей, Драгарки, Шат Итаркиде, Инскилмер Вожда, Шат Инчур Ансавор Мибанелинелю, Чекитем Ват Тела, Байцвода Савораган Ванчилинелю, Евифор Есет Гирка Ирок Стаца, Дух Катеснек, Оркан Херинакнер, Болурет Картацов Мартикек, Урунк Неман Нирен Стехца Горцана, Евкан Херинакнер, Урунк Неманчен, Тарбер Вумен. Айзара Бабаяни, Ес Инчпес, Ингалеци Арачита Паурцан, Эписинер Иртехца Горцана, Шат Макур, Шат Эспес Гидек Боч Примитив, Бат Шат Парзу Макур. Есть митеса классикой, да, сакани, ничего, панер сгатели, классикой. Иван Асенбац, хантрумен птишта скан, и стасте с Пушкиным картом, Лермонтовым картом. А скамек, это ничего, да, сакан, шат птишт, парс, а мы ничего на карагракан, только стилю не. Вот. И в хоске так, мы рурва хересовым, зару и бабаяны, то инка нергац, никуце мир кубан, урете, вон саскалуем, сажоговацу, и евинка шат тари нериай, ну и не спатани хас. Сакиц гордеру не изгирки меч. Времен зараджан шнурхавурумен. Спасибо. Первоначально это не задумывалось как книга, и идея напечатать об этом впервые пришла к Тыкинцову наш. Эту идею подхватила с присущей энергией Люсине, и с ее помощью эти записи стали книгой. Я очень благодарна вам. Я очень благодарна всем, кто читал, кто вдохновлял, кто поддерживал меня и кто своей поддержкой помогал мне писать дальше. Очень всем благодарна. Я хочу также поблагодарить всех, кто принял участие в том, чтобы эта книга состоялась и стала такой, какой она сейчас есть, такой красивой. Это издательство Саркис Хаченс и Ара Левонян, который сделал оформление и макет. Спасибо большое. Я также очень благодарна типографии Брит и Фо, которая напечатала эту книгу так профессионально. Спасибо. В лице Арама Мехрабяна большое спасибо. Благодарю всех, всех, кто встретился мне в жизни, поскольку это книга о людях. И все, даже те, с кем меня жизнь свела на 15 минут, произвели такое глубокое впечатление, которое и затем отвилось, превратилось в книгу. Спасибо всем. Я очень взволнована, не могу говорить. Узнаменять Арянку Мазель Зарай Хамэстутюня, Турчатэвэц Асэлэвэр Гэрки Химнякан. Հիմնական այսպես ասած գիրքը առաջանալու հիմնական աշխատանքը տարել է Սերգեյը։ Չլիներ Սերգեյը, մենք ծանոթ չէինք լինի այդ աշխատանքներին, քեզ առաջ էր բերի ձեռքներս, դա ասես ժլտես եք ես սենց բան եմ գրել։ Չլիներ Սերգեյը իր ոգևորված իր կամքով, հավատով, հեղինակությամբ ինչ-ինչ տեղերում երևի թե իսկապես են մնացածը չի մանային, որ այսպիսի բաներ գոյություն ունեն, այնպես որ ես հասկանում Զարան ինչ Իրանինը չի տալիս, բայց չասել այդ մասին չեմ կարող, ես կարծեմ, որ այս գիրքը ձեր համատեղ միացյալ աշխատանքի արդյունքն է, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես լույսը տեսեմ, ես շատ սպասում եմ ես գրքի լույս տեսնելուն, կարծեմ իմ օրինակը կստանամ, ստորագրություններով հանդեպ։ Ու կարծում եմ, որ սա առաջինն է և վերջինը չի լինի, այս պիտի շարունակվի։
очень хорошая и добрая книга. Я прочла эту книгу. На 80% я познакомилась. Сегодня могу сказать, великолепные поэтические произведения вот эти. Очень они светлые. Там, правда, глубокий трагизм есть. Но у нас у каждого есть и смерть, и плохое будущее, и настоящее серое. И все, что это мы все одинаково болеем, одинаковыми болезнями. Но когда читаешь Бонифаций, вот я именно прошла Бонифаций, мне рекомендовал Сережа. И правда, что столько было там саркастического юмора, а там фотография его и ее. И там начало этого прямо самого же бездельника. Великолепное братья. Я благодарю, Зарочка. Очень серьезно написано, серьезно. В духе тех годов, когда мы увлекались хорошей глубокой поэзией. Тебе большого пути. И я думаю, это не первое, не последнее. Да, спасибо большое. Ժողովուրդ, գիտեք, կգտնեք այն հին, բարի, ճիշտ, լավ գրականությունը, որ մեր ժամանակներում կար։ Ափսոսել եմ, որ դու դա հայերենով չի ձևի գրականություն ստեղծվում, այ ափսոս, որտեղ մեր հայ գրողները հիմա, հատկապես աղջիկն ու կանայք, չես հասկանում ինչերի մասն, սարսափելի բաներ են գրում, ազատ զգալու է տենչը, տարելա դեպի մի, չգիտեմ, այդ բարերը այստեղ սիրուն չի ասել, իսկ մեկ էլ գալիս է Զարա Բաբայանի գրականություն, այո, որ դուք կրկնվելու եմ, շատ լուրջ, պրոֆեսիոնալ, մտածված, շատ պարզ, բայց պարզունակ չի, ինքը փիլիսոփայություն ունի, ինքը կյանքի և մահվան խնդիրներ ունի, բայց սա երևի որոշ մարդկանց բան մտածելու տեղի կտա, թե ինչպիսին պետք է լինի արձակը, վերջապես հայ կանանց ձեռքով, շնորհակալություն, իսկապես, ժողովուրդ, ինչ-որ մի բան ասել, Զարային շատ նման, ես ձեզ չեմ ճանաչում, բայց Имея двоих прекрасных детей и будучи прекрасной женщиной, иметь еще вот такой вот талант, изложить, найти время. Изложить вот это вот все, чтобы это было интересно, и чтобы в ком-то это отразилось, вот кто-то бы вот заболел, подумал бы, а вот это я не рискнула сказать, да? А вот она это высказала, и причем очень красиво. Честно, я просто была удивлена. Я знала, что Зара необычная личность. С Сергеем вместе я работала, это мой старый знак, ну, родственник, можно сказать. Я его знала. Но чтобы вот женщина, мать, еще и вот имела такой талант и смелость представить себя, И вы правильно сказали, не только в традиции, традиционности дело, а дело в том, что пропадают ценности, мы не успеваем их ухватить, передать следующему поколению. А вот, им кажется, что все ценности, которые они сейчас исповедуют, это вот верх чего-то. А когда всплывает вот это, вы знаете, это все равно, как мусор всплывет, золото останется на дне, но оно блестит рано или поздно, его будет видно. И слава Богу, что у нас это золото появляется. И мы возвращаемся к тому, что было ценно, и начинаем наконец-то это предъявлять и молодому поколению тоже. Я очень-очень благодарна, мне просто... Сегодня я не потеряла день, честно, да. Вот именно. Спасибо. Спасибо большое. Гораздо было бы лучше с пользой провести время, к примеру, приготовить им как-нибудь обед или что-то такое. И думала, что все, что она писала, очень плохо и никому не будет нужно. И многое из того, что она писала, наверное, было бы уничтожено, если бы Сергей не читал и не говорил, что нет. Это не так плохо. Ваши отзывы меня вдохновляют. И я поняла, что книга пишется не одним человеком. Вчера, когда Люсина сказала, что если бы не-то этой книги не было, она сказала, что не я писала эту книгу. Но на самом деле, когда ты прочла «Фиалки» и сказала слова впечатления, я так вдохновилась, что пошла домой и написала «Бонифация». Так что книга действительно пишется не одним человеком. Я очень благодарна всем, кто помогал мне, кто читал, кто проявлял интерес, кто способствовал тому, чтобы я поверила в себя, да, и могла бы работать. Теперь я знаю, что когда работаю, это время не теряется. Не теряется зря, правильно? Спасибо большое. Удачи.
Эта книга полностью соответствует моим представлениям о том, какой она должна была быть. Да, и это все благодаря издательству, я повторяюсь, Саркис Хаченц и Ара Левомяну, который там прячет. Я очень счастлива, что работа над книгой, благодаря работе над книгой, я встретилась с таким прекрасным человеком, замечательным поэтом, писателем и переводчиком, как Ара Левомян, и очень благодарна ему. Мам, я хочу сказать, что в тебя верю, я тебя поздравляю. И я уверена, что все твои мечты будут сбываться, мам. И я хочу, чтобы все здесь, все знали, что я тебя очень люблю, очень. Я хочу очень поблагодарить также магазин «Бюрократ» Пекин Шушан, которая устроила презентацию и с большим вниманием и любовью отнеслась к нам. Я очень благодарна им и всем, кто в магазине «Бюрократ» также принимал участие в организации презентации, Артуру Атаяну, Арменаку, где он, и всем, кто принимал участие. Всем, кто способствовал. Спасибо большое всем. Теперь, потом, за Робертом, подраствуем от Сторага, где Артен Геннадзе Гетеля. Это все. Геннадзе. Геннадзе. Thank you.